Ленина, мы собираемся в 4, да, посмотрим, кто есть кто. Когда ты говоришь матч? Народный матч? Да, послезавтра, да. А что? Послезавтра. А что, за деньги играешь? Я нет, за деньги. Видали? Какие деньги, я за «Зенит» играю? А я за деньги. А ты за деньги. Вот, вот и разница в чем. О каком народном матче ты можешь говорить сейчас, если... Поэтому я в ворота попаду, а ты нет. Я даже хочу посмотреть. Я думаю, этот ты он, ты посмотришь. Я вот хочу. Потому что без денег, а я за деньги, да. Сколько ты мне заплатишь? Я не знаю, тоже объяви. Мой гонорар, ну где-то 100 тысяч, наверное, ну там. 100 тысяч чего? За того, за выход. Того, чего? Ну того. Хорошо. Все. Что ты должен сделать, подожди? Ты берешь мяч на всей скорости. Я мяч не беру. Мяч руками брать нельзя, он правила не знает футбольного. Нельзя, что ли? А как я играл уже столько лет? Как он играл? Хорошо, ты не берешь мяч, бежишь просто. И мне его подкидывает. Потом мы делим с тобой сотку. Все. Все. Не попадешь. Нет. Нет, ребята, у него счастливая рука. Он подкинет, но не высоко. Я по нему попаду.